Друзья, всем привет! Это снова я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Сейчас 7 часов утра. Решил по-быстренькому записать видео без всяких монтажей, как я люблю, и показать, что я сделал. Значит, вот, кто смотрел предыдущее видео, я почистил фильтра. 205-206 флювал. Для того, чтобы не забыть, когда же я его чистил, я сделал светом стикеры. Вот, оба фильтра загружены 206 полностью лавой и крупнопористая губка, 205 керамические кольца, верхняя корзина лава и губка. Вот как-то так. СО2, к сожалению, пока все еще нет, потому что нет времени мне доехать до заправки. Одна заправка, там просто литровые, двухлитровые баллоны не заправляют, ну или либо им лень, либо не умею, не знаю. А там, где адекватные парни заправляют, просто не могу доехать туда. Тем более сейчас вообще без машины остался. Вот. Так, давайте. Тут у нас ночь. Давайте я включу свет все же таки. Значит, вид как бы особо не изменился. Вчера я сделал подмену заодно. Вот. На прошлой неделе я немножко расширил вот эту поляну с буцефаландрой Калакуян. Вот. С этой стороны вы можете видеть вот. Это вот свежепримотанные растения. Некоторые из них уже болтаются в воде. Все почему? Потому что Дима выбрал классные нитки. Они реально за несколько дней растворились. Ну не знаю, пока еще не все всплыло. Может быть, оно уже прирастать начнет. Не буду трогать, не буду. Главное, чтобы сомики, вон эти бандиты, он сидит, прячется. Они там роются и способствуют тому, чтобы все отрывалось. Что еще было сделано? Также я подстриг, кто заметил, я подстриг анубы. Вот. Они слишком сильно нависали над вот этой поляной. И я их почикал, листья. Плюс листья, которые слишком были поражены ксенококусом, точно так же. Хотя тут хватает таких еще, но это не критично. Вот. Все буцефаландры не калакуян, а вот там такие более красивых расцветок я перенес в правый угол. Тут все, тут, в общем, все. Тут кописусу, супер блю, тайпраунд и так далее. Брауни пикси, вот она тут как-то не очень себя хорошо чувствует, но может быть пойдет. Вот, также удалось откопать и спасти папоротник. Интересный, он какой-то был Dragon Tail, что такое. Вот он. На камушке я его там вырыл в завалах, он уже погибал. Ну, посмотрим, может отойдет. Вот. Удобрения подаются. Все нормально, автодозатором. Вот даю. Смарт макро, микро. Надо еще подключить железо, потому что я смотрю, без железа плохо себя все чувствует. Раньше, когда я не ленился и были ежедневные подмены, ежедневные подмены, ежедневная подача удобрений, я подавал и железо, и макро, и микро, все было отлично. Сейчас нужно, наверное, вернуться к этой схеме, тем более у меня есть такой чудесный аппарат. Вот. Осталось только обратные клапана, шланги и подключить баночку. Вот. Куба стала потихонечку оживать, несмотря на то, что нет СО2. Она, да, она не такая крупная, но она растет. Вот. Также вот камешки, кто заметил, я немножко вот выложил так в ряд их, чтобы отделить кубу от буцефаландры, потому что она туда лезет. Плюс я в прошлый раз отсюда с этих буцефаландр жменю с кулак, вот такую жменю
выстрих и выщипал мха разного, мох бабл и так далее. Очень много мха. Вот приблизительно, вот видите, вот там вот он растет на лаве и немножко в буцефаландрах. Но тут было такое, и некоторого даже не было видно, поэтому буцефаландр себя чувствовал не очень. Так, как бы показать? Вот не показывают оттенок самой буцефаландры. Я это вижу глазом, а вот камера не передает синий отлив на листьях, на вот этих вот больших. Насколько красиво. В общем, вот такой аквариум. Что планирую? Думаю о том, что, может быть, анубисы пора отсюда убирать. Посмотрим. Еще не точно, но если уже я решил, то будет какая-то перестановка. Какая, я еще не знаю. Но хочу, наверное, оставить одни буцефаландры. Может быть, еще какое-то растение. Может, туда криптокарину я не буду никуда убирать. Вот. Ну, это в планах. Пока так. Все, кто досмотрел до этого момента, вот уже 6 минут видео, обычно мои видео вы смотрите 2 минуты или полторы. Я участвую в конкурсе у канала Скалярики Аква Контест. Зайдите, посмотрите, мой аквариум там под счастливым номером 13. Вот. Там, кстати, он еще до стрижки, то есть я не постриг и не переставил буцефаландры. Зайдете, сравните. Вот. Вот на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кто хочет поддержать канал, просто можете там поклацать, пощелкать по рекламе, которая в роликах. Вот, это поможет, возможно, мне в дальнейшем какое-то оборудование приобрести. Вот. А вас это не затруднит, я так думаю. Вот. Спасибо вам за внимание. Будут вопросы, задавайте. Будут советы, давайте. Рекомендации также. Вот. Всегда отвечаю на все ваши комментарии. Все. Всем пока. Пора мне собираться на работу, а рыбам свет я выключу.